Молодой человек, стоп. Обойдите дом, пожалуйста, с той стороны. Льдины отрываются с вышки, летят, чтобы на голову вам не попало. С той стороны можно обойти. С вышки отрываются куски льда и попадают на проезжую часть, и также на пешеходной дорожке, что может привести к травмам пешеходов и повредить транспортные средства. После звонка в дежурную часть ГИБДД сразу наряды были выставлены на перекрестках Ленина, Ломоносова, и строители с машины не пропускаем, что также, чтобы исключить возможность попадания осколков на машину. Мужчина, здесь нельзя. С той стороны дома обойдите, пожалуйста. Ну, часов здесь 10-11. А что это такое, не знаю. А, ну это с вышки летит. С вышки? Я полдесятого на работу шла. Ну вот полдесятого, говорят, что падало.